Здравствуйте! Сегодня 24 марта. Карантин в стране продолжается. И чем дальше, тем жестче. Уже на сегодня 200 где-то человек уже заболели этим вирусом страшным. Вот сейчас 5:30 вечер, возле магазина Лидла пусто почти, вот несколько машин. А так вот 5:30 после рабочего дня тут народу бывало постоянно много. Вот женщина не боится ходить без маски. В городе пусто, вот несколько машин ездят. Парк пустой. Вот тут два человека сидит, он дальше один. Никто не ходит. Погода хорошая, тут много пожилых людей ходило, сейчас ни одного нету. Вот детская площадка, обнесена забором, все запрещается детям играть, чтоб не собирались, в толпу не заразились. Тишина, безлюдно. Вот здесь, чтобы не было людей вечером, так я не припоминаю. Вот спортивные снаряды все на улице огорожены, запрещается. Вот прошли две женщины с маленьким ребеночком. Все запрещается, карантин. Нельзя сказать, чтоб так совсем людей нет. Уходит чуть-чуть, но очень-очень мало. Возле
этого торгового центра есть машин чуть-чуть, но не сравнить, как было раньше. Бургер работает только на вынос. Можно вот подъехать или подойти и взять через окошко. Вот эти библиотеки на улице, где люди делятся книгами, не закрытые. Тут можно брать книги, посидеть, почитать. Ну, пусто, никого нету. Спортзал вот там. Дальше тоже закрыты. В 18:15 возле торгового центра несколько машин. Этого никогда не было. В такое время тут постоянно было куча народу, куча машин. Пусто. Машины стоят, а люди дома сидят.